Понятно, что сегодня основное внимание во всех странах мира придается поискам таких решений, которые позволили бы выйти из пандемии с наименьшими человеческими, экономическими и всеми прочими издержками. Это, вообще говоря, крайне сложная по исполнению и в некотором смысле драматическая с моральной точки зрения проблема. Ведь приходится искать, а нередко и просто нащупывать ту грань, за которой усилия, которые вытекают, если можно так выразиться, из санитарно-медицинской рациональности, могут обернуться неприемлемыми потерями, в том числе и человеческими, связанными с экономическим коллапсом. Понятно, например, что провал посевной кампании, который мог бы стать результатом стремления последовательно ограничивать человеческие контакты, был бы способен привести к голоду и гибели большого количества людей в будущем, но уже вот по этой непосредственно не зависящей от коронавируса причине. В то же самое время было бы большой ошибкой считать, что острота текущих проблем дает основание нам оставить на потом вопросы долгосрочного характера. Такой подход для любой страны был бы чреват опасностью остаться далеко позади тех государств, которые нашли себе силы, борясь с текущими напастями, думать и о будущем. Весь мировой опыт свидетельствует о том, что в ходе многих глубоких кризисов как раз и рождались крупные решения, определявшие на десятилетия вперед развитие как отдельных стран, а иногда и мира в целом. Приведу пример, близкий мне как экономисту. Великая депрессия 1929-33 годов коренным образом изменила всю экономическую теорию и практику. Думаю, что вот с учетом этого обстоятельства, под этим именно углом зрения, нам следует рассматривать и тему сегодняшнего доклада «Мир после коронавируса». Свои представления на этот счет вам представит известный в России и в мире ученый, заведующий кафедрой Московской школы экономики, профессор, доктор исторических наук Виктор Борисович Кувалдин. Пожалуйста, Виктор Борисович. Благодарю вас, Александр Дмитриевич. Собственно, я не буду лукавить. Конечно, я не могу сказать, каким будет мир после коронавируса. У меня нет того магического кристалла, который позволяет разглядеть будущее. Поэтому максимум, что сейчас для меня будет возможно, это высказать некоторые соображения на этот счет. Эти соображения я для себя сформулировал в виде 7 тезисов, которые я вам сейчас последовательно представлю. И первый из них звучит так: «Вселенская беда - подарок судьбы для обществоведов». Да, конечно, и никто с этим не спорит, вот эта пандемия коронавируса – это большое несчастье, свалившееся на человечество. В то же время, скажем, с точки зрения людей, которые занимаются общественными науками, это воистину царский подарок, о котором мы не могли бы и мечтать. Дело в том, что поставлен грандиозный социальный эксперимент, который, конечно, никогда бы нельзя было поставить при обычных обстоятельствах. Но, прежде всего, он очень дорогой. По-видимому, еще подсчеты того, во что обойдется миру пандемия коронавируса впереди. Но уже сейчас, там, та цифра, которую я видел, например, 9 триллионов долларов, она поражает воображение. Это больше, чем стоили все атомные и ракетные проекты холодной войны вместе взятые. Коронавирус, а
ему-то ведь на эти расходы, собственно, ему на это наплевать. Он у нас безбашенный. Ему что море, что океан, все по колено. Он шагает по планете, и шагая по планете, он повторяет в сопоставимых условиях вроде бы одни и те исходные условия задачи. А мы видим, как на это реагируют разные народы, разные социумы, разные политии, разные государства. Поэтому, конечно, пандемия оказалась, сейчас вот поставила такой вселенский эксперимент, который, я уверен, обществоведы будут изучать еще долго и с большой пользой. Причем здесь для себя поле деятельности найдут все. И экономисты, и политологи, и историки, и культурологи, и правоведы. Это некая комплексная проблема. Второй, то есть который у меня вытекает из первого, он звучит так, что пандемия – это вызов академическому сообществу. Да, конечно, это вызов человечеству. Причем вызов очень серьезный. Но в первую очередь, конечно, этот вызов относится к академическому сообществу. И можно даже сказать, что к университетам. Поскольку к университетам этот вызов обращен буквально ко всем сторонам их деятельности. И к ним как мощным исследовательским центрам, и к ним как к центрам, где дается высшее образование. Кстати, я уверен, что сейчас все факультеты, они так или иначе уже начали реагировать, я имею в виду наши гуманитарные факультеты МГУ. Но мы тоже, так сказать, здесь стараемся вносить свою реакцию. Отчасти из нее здесь сказал академик Некипелов, но я со своей стороны могу сказать, что вот в этом году наша Московская школа экономики открывает прием на новую магистерскую специальность, новую для нашей школы по мировой экономике. И нам уже сейчас ясно, что в ту программу, которую мы сформулировали, нам все равно придется вносить какие-то коррективы, причем в свете именно того опыта, который мы получаем сейчас. Это, конечно, вызов университетам и как экспертным площадкам, поскольку анализ, особенно анализ, обращенный к людям, занимающимся практической деятельностью, он не учитывать этого обстоятельства не сможет. Ну и, наконец, это вызов университетам как общественным институтам, поскольку общество сейчас довольно редкий момент, когда общество оглядывается на науку, оглядывается на университеты, смотрит, что же скажут ученые, ибо этот вызов захватил нас всех врасплох. Мой третий тезис, он связан с разрушительной силой этой пандемии. Потому что здесь тоже, как мне кажется, есть большой вопрос и даже некая загадка. Дело в том, что случилось? Да, конечно, на сегодняшний день в мире 200 тысяч умерших. Да, в мире почти 3 миллиона заболевших. Но ведь это же не чума середины 14 века, которая выкосила треть Европы. Это не испанка после Первой мировой войны, жертвами которой только в Европе стало 20 миллионов человек. А если мы возьмем мир в целом, то ученые спорят о точной цифре, но она где-то между 50 и 100 миллионами. Это не самая страшная болезнь по числу жертв. Она намного уступает и сердечно-сосудистым заболеваниям, и, скажем, раковым, онкологическим заболеваниям. И тем не менее, вот она оказала такое воздействие, что здесь, как справедливо говорил в своем вступительном слове Александр Дмитриевич, экономика находится в состоянии, ее как будто, ее сознательно ввели в состояние такой летаргии. И откуда вот такая сила пандемии? Я думаю, что здесь во многом, а это связано не только с коронавирусом и не только с самой пандемией, это связано с нашей реакцией на него. Почему вот эта наша реакция на, скажем,
вредоносную, опасную разновидность гриппа оказалась столь сильной? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот. Я думаю, что здесь довольно много, может быть, разных соображений. Ну, конечно, здесь есть определенная роль сыграли и СМИ, которые в силу своей природы нередко склонны к сенсационности, и это заложено в них. Здесь, по-видимому, возможно, сыграло роль и то, что понижается болевой порог человечества. Хотя мы часто видим сейчас в разных сводках, что вот в современном мире и войны, и разрушения, и потрясения. Но если мы возьмем статистику, то мы увидим, что первые 20 лет этого века по количеству жертв, они не идут ни в какое сравнение, скажем, со статистикой века 20-го. Если в 20 веке ученые насчитали 177 миллионов мегасмертей, то есть людей, которые погибли именно в силу обстоятельств, исторических обстоятельств, созданных этим веком, то сейчас мы, к счастью, не видим ничего подобного. Возможно, что произошло какое-то снижение. Но есть, по-моему, еще один ответ. Реакция правительств, такая острая реакция правительств, оказалась еще и потому, может, в каких-то отношениях и чрезмерная, потому что мы знаем, здесь есть и другие примеры, скажем, пример Швеции, которая реагировала существенно более спокойно, или, может быть, не так сильно выраженным, но, например, Чехии или Австрии, где тоже они постарались избежать крайних форм реакции на эту пандемию. Но, может быть, это еще связано с проблемой легитимности. Легитимности власти, легитимности правительств. Они чувствуют, что они обязаны так отвечать, потому что они не ощущали той степени доверия, которая позволяет обычно правительству действовать исходя максимально из соображений дела. Они были вынуждены думать о своем политическом выживании, о своем политическом будущем. Вот с этим связан еще один любопытный вопрос, он тоже уже начинался подниматься на нашем семинаре. А в какой степени мы можем рассматривать вот этот эпидемию коронавируса как внешний шок? Я не уверен, что мы должны отвечать на этот вопрос так однозначно. Мне кажется, что здесь более сложное сочетание. Повторю, поскольку дело идет о том, что здесь сочетание и самой пандемии, и нашей реакции на нее. Но мне кажется, что секрет разрушительной вот силы пандемии коронавируса заключается в том, что это не просто там внешний или более сложный шок, а это идеальный шторм. Здесь в одном сошлись три кризиса. Кризис эпидемиологический, собственно, который сейчас на первом плане. Кризис циклический и кризис глобализации. Ну, циклический кризис, понятно, собственно, его в мире не было после кризиса мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Мы знаем, как говорят на Уолл-стрите, что деревья не растут до небес, что все-таки продолжительность цикла, нормальная продолжительность цикла, это где-то порядка десятилетия. Скажем, в тех же Соединенных Штатах период подъема был наибольший за весь период истории Соединенных Штатов. Понятно, что должен был наступить, и, собственно, его ожидали до кризиса коронавируса, но он его ускорил, и это принесло свой эффект. Но мне наиболее интересным кажется третий компонент этого кризиса, и я его называю кризис глобализации. С этим связан мой четвертый тезис. Я его для себя назвал «Свет и тени неолиберальной глобализации». Здесь тоже хотел бы сначала поставить один вопрос, который уже проговаривался на нашем семинаре, и это хорошо, что у нас идет внутренняя перекличка внутри семинара, что там участвуют представители разных факультетов, что каждый смотрит с этого под своим углом зрения, под углом зрения своей глобализации. Я смотрю под углом зрения своей специализации. Я смотрю, конечно, на это как человек, который
последнюю четверть века занимается глобальными проблемами, той отрасли науки, которая называется Global Studies, то есть то, которое изучает, та сфера наук, которая изучает глобализацию. И вот, в частности, значит, встал такой вопрос, а все-таки насколько глобален сегодняшний мир по сравнению с началом 20 века? Здесь даются свои ответы, здесь есть разные точки зрения, есть даже, скажем, такая точка зрения, что тогда степень глобализации мира была больше, чем сейчас. Мне все-таки кажется, что это не так. Мне кажется, что все-таки не так, и есть, по-моему, довольно ряд весомых аргументов, которые говорят о том, что никогда еще мир не был столь глобализованным, как сейчас, и даже близко глобализованным. Ну, что здесь можно сказать в этой связи? Ну, во-первых, глобальный мир начала 20 века, я в своих работах его называю либерально-колониальным глобальный мир, это все-таки мир, где очень небольшая группа западноевропейских государств практически контролирует основную часть мирового пространства, и суши, и морского пространства, за счет огромных колоний. Ну, вспомните хотя бы Британскую империю, над которой никогда не заходило солнце. Ну и действительно, в составе Британской империи контролировала четверть мировой суши. Британия была владычицей морей. И там жила четверть, в ее колониальной империи, жила четверть тогдашнего человечества. 400 миллионов. То есть та глобализация все-таки носила относительно ограниченный характер. Речь в первую очередь шла о создании трансатлантических рынков, об очень интенсивном развитии экономических связей между относительно небольшой группой развитых государств Западной Европы и Новым Светом, то есть Западным полушарием, Соединенными Штатами, Канадой, Аргентиной. То есть та глобализация по охвату и глубине, по-моему, явно уступала это. Потом вообще силу глобализации оценивают по нескольким основным параметрам. Это развитие мировой торговли, это развитие мировых инвестиций и это развитие мировых миграционных потоков. Ну, даже если мы так быстро сравним, как мне кажется, здесь тоже сейчас мир в этом отношении ушел гораздо дальше, чем 100 лет назад. Скажем, по удельному весу мировой торговли в тогдашнем глобальном ВВП она составляла где-то порядка 10%. Сейчас все-таки эта цифра, сейчас эта цифра порядка 20%. Если мы возьмем инвестиции, я имею в виду зарубежные инвестиции, то здесь тоже различие довольно большое. Скажем, в мире начала 20 века, ну, если мы возьмем самого крупного инвестора тогдашнего, это, естественно, Великобритания. Великобритания, зарубежные инвестиции Великобритании в 1913 году, ну, чуть меньше 4 миллиардов стерлингов. Да, конечно, те стерлинги, те деньги, они гораздо весомее нынешних. Но все-таки, если мы вспомним, что сейчас, скажем, только прямые иностранные инвестиции в мире составляют цифру от порядка от 1,3 до 1,5 триллионов долларов, то есть здесь различие очень большое. Пожалуй, меньше всего различия в том, что касается мировых миграционных потоков. Да, мировые миграции, особенно 30 лет перед началом Первой мировой войны, они были большими. Ну, если мы вообще возьмем общую цифру мировых миграций, скажем, из Европы в западное полушарие, то она тоже, общую цифру за 100 лет, она тоже достаточно весомая. Это 45-60 миллионов. При этом надо учитывать, что тогдашнее население мира почти в 5 раз меньше, чем сегодня. Но сегодняшние миграции, они ничуть не меньше. В мире почти 300 миллионов мигрантов, людей, живущих за пределами своей страны. В мире
порядка больше 600 миллионов людей, которые хотели бы выехать за пределы своей страны. И не надо забывать, что сейчас действует очень жесткий ограничитель, которого не было в начале 20 века. В начале 20 века все-таки мир был гораздо более открытым, а сейчас все-таки международная миграция регулируется не какими-либо международными законами, как торговля, как инвестиции, а они регулируются национальным законодательством принимающих стран. А принимающие страны скупы по этой части, они регулируют жестко, они стараются отбирать себе то, что им нужно, снимать сливки, остальных не пускать. В этом, естественно, есть своя логика. Поэтому мне кажется, что здесь, по крайней мере, вот моя точка зрения, что да, сегодня мир гораздо более глобализирован, то есть он гораздо более плотно сколочен, он гораздо более тесно взаимосвязан и взаимозависим, чем мир начала 20 века. Вообще, здесь еще один вопрос, который позвольте поднять. Я по своему образованию историк, окончил исторический факультет МГУ, очень многим обязан своему родному факультету. Недавно с большим интересом слушал дискуссию своих коллег, посвященную как раз историческим проблемам, вопросу о взаимодействии Большой Тройки, а именно Сталин, Черчилль, Рузвельт в период Второй мировой войны. Слушал, ну, естественно, и завидовал, поскольку у них все карты на руках, есть фундаментальные исследования, открытые архивы опубликованы. Ну, а мы, люди, которые занимаемся современностью, конечно, этих возможностей мы не имеем. Мы вынуждены здесь, так сказать, иметь дело с документами, которые появляются сегодня, и не более того. А есть очень большое различие, скажем, имея скромный опыт работы в правительстве, есть очень большое различие между теми документами, которые выходят на публику, и теми документами, которые идут внутри самих органов власти, особенно в ее высших эшелонах. Но мне кажется, это не снимает другой, так сказать, не снимает и не отменяет другой, так сказать, вещи, а именно ценности. Ценности исторического знания для понимания современности, для понимания современного мира. Ну и здесь вот дальше, в ходе своего изложения, я к этому знанию буду апеллировать. Сейчас я хочу перейти к своему четвертому тезису. А четвертый тезис я так назвал «Свет и тени неолиберальной глобализации». Дело в том, что, конечно, можно говорить о глобализации, о глобальном мире в общем виде. Но все-таки истина, она конкретна. И тот мир, который сейчас создавался, он создавался определенными людьми, он создавался определенными силами, он создавался в их интересах. И надо, когда мы говорим об этом мире, как раз надо все время иметь это в виду. Здесь вот в своем рассказе я, вот оценивая плюсы и минусы неолиберальной глобализации, а мы знаем, что современный мир, он создан в виде, так сказать, он был в значительной степени реакцией. Он был реакцией на тот кризис, который наступил в развитых капиталистических странах Запада в 70-е годы прошлого века, и выражением которого была стагфляция, то есть низкие темпы роста и в сочетании с высокой безработицей и с высокой инфляцией. То, что раньше считалось немыслимым, и то, что резко отличалось от золотого времени, от той четверти века, которая была сразу после окончания Второй мировой войны, после 1945 года, и которая после периода послевоенного восстановления отличалась высокими темпами роста. Так вот, период стагфляции, период 70-х годов, когда сочеталась высокая безработица с высокой инфляцией, и когда вот эта общая сумма составляла больше 20%, соответственно, показатель безработицы и показатель инфляции, он вызвал, так сказать,
и у ученых, и у политиков естественное желание выйти из этого тупика. Выход был найден. Выход был найден. Мы знаем, что сейчас это получило, сейчас мы знаем, это получило, так сказать, название неолиберальной глобализации. У нее, соответственно, были свои теоретики, проповедники, там Фридман, Хайек. У нее были свои политические носители. Здесь очень большую роль сыграл и Рональд Рейган, и Маргарет Тэтчер. И вот сама суть, так сказать, этого выхода, она сводилась к тому, что по возможности дать возможность действовать рынку, не ограничивать его, умерить государственное вмешательство, умерить государственные расходы, в частности социальные расходы, положиться на рынок. Придет эта проливная волна, она поднимет все лодки, и в итоге достанется всем, даже обделенным. Я никогда не был сторонником этой точки зрения, вот, не разделяю ее сейчас, и тем не менее, мне кажется, нам надо быть объективными. Неолиберальная глобализация может себе в актив записать крупные, может быть, даже исторические достижения. Ну, что я имею в виду? Все-таки высокие темпы роста последние 40 лет. Темпы роста где-то между 3 и 4%. По историческим меркам, сейчас оставляю в стороне золотой век после Второй мировой войны, по историческим меркам это, конечно, очень высокие темпы роста. Второй крупный актив – это быстрый подъем 3 или даже 4 десятков развивающихся стран. Ну, здесь наиболее яркий пример, конечно, Китай. Здесь в качестве примера можно привести Индию. Но это совсем не единичные примеры. Где-то четверть развивающихся стран, существующих в мире, она сумела в полной мере воспользоваться этим и произвести настоящий рывок вперед. Это, конечно, сокращение бедности. Если раньше это было подавляющее большинство человечества, то по последним ООНовским данным, если брать ООНовские критерии, считается, что сейчас уровень бедности в мире где-то 50-50, 50 на 50. Да, 10% в нищете, да, еще 40% в бедности, а остальные – это или средние слои, или слои, которые приподнялись над бедностью и вроде бы к ним примыкают. Это не среднее, но какое-то промежуточное состояние. Ну и, наконец, рост продолжительности жизни. Каждый год в среднем продолжительность жизни росла на 3 года. За 40 лет средняя продолжительность жизни выросла на 10 лет. Это, конечно, огромный прорыв в жизни человечества. Ну и здесь просто, чтобы было быть чуть нагляднее, конечно, когда мы будем судить о неолиберальной глобализации, не надо судить по той карикатурной извращенной форме, в которой, скажем, у нас проводились соответствующие реформы в русле этого в начале 90-х годов. Нет, надо все-таки взять страны, где она дала результаты, причем эти результаты во многом были положительные. Ну, скажем, одна из наиболее показательных стран, как мне кажется, в этом отношении, это Чили. Чили, по оценке многих, это все-таки самая развитая страна Латинской Америки. И во многом, в частности, за счет того, что эта политика проводилась, так сказать, начало ее проведения было в годы диктатуры генерала Пиночета, последующие правительства ее продолжали. Опять же, именно пример Чили показал и сильные, и слабые стороны этой политики. Она дала немало в смысле экономического развития. Но, скажем, ее уязвимой стороной, это показывает пример многих стран, и в частности Чили, естественно, это перевод на платные рельсы здравоохранения, образования и урезание всей сети социальных пособий и социальной поддержки населения. Итак, это лежит на положительной чаше весов в неолиберальной глобализации. Но а какие были минусы, которые, как мне кажется, сейчас сказались, и которые, собственно, и привели к острому кризису этой модели
развития. Но прежде всего, опять же, часто изъян является продолжением достоинства. Я говорю, что очень быстрыми темпами росла экономика и очень быстрыми темпами росла связанность мира. Но эти запредельные темпы глобализационных процессов, они, по-видимому, все-таки постепенно стали выходить за пределы адаптационных возможностей. Адаптационных возможностей и соответствующих экономик, государств, да и адаптационных возможностей людей. Скажем, мы знаем, что одна из очень острых реакций, в частности в западном мире, это реакция именно на миграционные процессы. Это реакция на появление большого количества людей иных языков, иной культуры, иной цивилизации в тех же самых западноевропейских странах. Вот это, по-видимому, была это уязвимая сторона. Но вообще-то, как мне представляется, кризис неолиберальной модели, он развивался по целому ряду линий, основных линий, и я их сейчас просто перечислю. Но прежде всего экологический кризис. Все-таки по оценке очень многих специалистов, да, сейчас мы сконцентрированы на коронавирусе. Но многие считают, что экологический кризис, проблема изменения климата, это гораздо более серьезная, более фундаментальная, более опасная проблема для человечества, чем любая эпидемия, ну, связанная вот с очередной эпидемией гриппа. Ну, здесь я не, так сказать, не считаю себя компетентным в этих спорах. Вот здесь могу привести только чисто обывательский пример. Я родился в этом городе, родился за Москворечье. Вот, собственно, родился на зацепе, так сказать, в той части за Москворечье, которая отражена у нас, в частности, отражена и нашими художниками Поленовым. Недалеко, где-то в сотнях метров от меня, родились такие известные люди до меня, как, скажем, Тарковский, Высоцкий, да и наш бывший мэр Юрий Михайлович, он тоже, так сказать, родился там. И я очень хорошо помню время, вот когда ходил в школу, как мы ждали сводок погоды. Мы ждали, что вот мороз в Москве будет 25 градусов. А почему мы ждали этих 25 градусов? А потому что 25 градусов официально по стране, ну уж во всяком случае в Москве, официально объявлялось, что занятия в школе отменяются. Наступала свобода. Значит, можно было выйти во двор, поиграть с ребятами, можно было сесть на Аннушку, которая ходила, да, собственно, этот маршрут и сохранялся долго, которая ходила по Бульварному кольцу. Можно было прекрасно провести время. Ну вот сейчас, вот у нас была первая зима в Москве, практически зимы не было, и я ничего подобного не припомню. Значит, экологический. Второй вызов, как мне представляется здесь, это вызов интеграционный. Дело в том, что темпы глобализации, они стали спадать, сдавать, конечно, еще до коронавируса. Если вы возьмете удельный вес мировой торговли в мировом ВВП, вы увидите, что он застыл. Он застыл после кризиса 2008-2009 года, и он выше этой планки не поднимается. Если мы возьмем прямые иностранные инвестиции, мы увидим, что во второй половине этого десятилетия там наметилось снижение. Снижение где-то с 1,5 триллиона до 1,3 триллиона. В международных миграциях нет этого спада. Они растут. Но темпы роста замедлились. Если раньше они росли где-то на 3% в год, сейчас они растут на 2%. Третье направление кризиса неолиберальной глобализации мне привидится как социальное направление. Все-таки она привела к огромному, недопустимому социальному неравенству. Ну, собственно, сейчас уже стало притчей в языцах, что мировые богатства сосредоточились в руках 1% человечества. Говорят о том, что, так сказать, они сконцентрировали где-то половину мировых состояний.
Ну, здесь есть, иногда эти оценки оспариваются, но мне кажется, здесь абсолютные показатели не так видны, не так важны. Здесь важен сам перепад. Здесь важен все-таки вот эта зияющая пропасть между богатством и, если не бедностью, то, по крайней мере, нерастущим достатком. И, может быть, здесь дело даже не в одном проценте, потому что, если взять, ну, более близкий мне американский пример, то американские исследователи выделяют даже не 1% американских богачей. Ну, Америка в этом смысле особая страна. В Америке, по официальным данным, больше 16 миллионов семей с состоянием, с чистыми активами в миллион долларов. Так сказать, это там этим не удивишь. Вот. Но они выделяют 0,01%. А это 16 тысяч семей. 16 тысяч семей с состоянием свыше 110 миллионов каждая. Вот в руках у них сосредоточено больше 11% национальных богатств. Но вот если попробовать применить вот эту мерку к мировому расслоению, что речь может идти об 0,01%, то тогда мы выйдем на показатель, по-видимому, 750 тысяч семей. Ну, если взять средний размер семьи в мире, где-то порядка 4 человек, то это где-то 3 миллиона человек. Это мировая элита, в руках которой сосредоточено до половины мировых богатств. Четвертое направление кризиса, которое проявилось, это кризис внутриполитический. Мы действительно столкнулись, вот люди, которые занимаются политикой и изучают внутреннюю политику в отдельных странах, и изучают политику, в том, что изучают мировую политику, взаимоотношения государств, конечно, они столкнулись с теми явлениями, которые раньше казались немыслимыми. Ну, прежде всего, избрание Трампа. Трамп ведь абсолютно несистемный кандидат. Он в американской элите, он маргинал. Поначалу его даже совершенно не поддерживала своя собственная партия. Республиканцы. И никто бы до начала избирательной кампании 2016 года, так сказать, очень, я думаю, что, может, считанные единицы могли говорить о том, что у него есть какие-то шансы стать президентом Соединенных Штатов. Но он стал. Он стал, потому что за ним оказалась обиженная, обделенная часть американского населения. Та часть Америки, которая себя почувствовала лишний на этом глобальном празднике жизни. Мне кажется, что такой же сенсацией был и Брексит. Вот. Когда Камерон предлагал Брексит, конечно, он не думал, что Англия проголосует за выход из Европейского Союза. Я думаю, что любой здравомыслящий представитель британской элиты прекрасно понимает, что Брексит – это большая ошибка. И Англии придется заплатить по этому счету, и придется заплатить сполна. Но англичане проголосовали с минимальным перевесом. И несмотря на сложные перипетии после Брексита, страна вышла из Европейского Союза. Ну и, может быть, не в такой острой форме, но, конечно, такое явление, как правый и левый популизм во многих европейских странах. Когда эти партии, в оппозиции, находящиеся в оппозиции к мейнстриму, то есть к ведущим партиям, ведь как построена вообще была в течение десятилетий внутриполитическая жизнь, например, в Западной Европе? Да, был правый центр и левый центр. Они менялись местами. Избиратели голосовали за тех или за других. Вот. Они вносили свои коррективы. Они радикально не меняли политику. А появились партии, у которых принципиально иная повестка дня. И эти партии получили достаточно широкую поддержку избирателей. Пятый элемент кризиса неолиберального порядка мне представляется как кризис американо-центричной модели миропорядка. Но ведь нынешний глобальный мир создавали
создавали в первую очередь Соединенные Штаты, коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами. Вообще, когда мы пытаемся вот оценить, понять то, что происходит в мире, надо иметь в виду две оси координат. На одной оси это мировое богатство, соответственно, на другой оси это мировая власть. И это родственники, близкие родственники. Слегка упрощая картину, можно сказать, что богатство – это власть, а власть – это богатство. Если делать там соответствующие графики, то они, эти показатели, они покажутся, они будут очень во многом напоминать друг друга. Так вот, мир, в котором, собственно, победила неолиберальная модель экономической политики, это мир, который создавался коллективным Западом под эгидой Соединенных Штатов. А результаты, так сказать, через 30 лет начинается подведение итогов, и результаты очень сильно разочаровали. Разочаровали и американскую, и, соответственно, западную, в частности, американскую публику, отсюда и Трамп, разочаровали и очень значительную часть западной элиты, поскольку они создавали этот глобальный миропорядок, а лучше всего его смог использовать Китай. Китай, который сейчас еще больше рассматривается как их геополитический соперник, соперник номер один. Шестое, так сказать, направление кризиса неолиберальной глобализации. А вдруг снова встал вопрос о моделях развития, о моделях функционирования, функционирования и экономики, и общества, и политики. Ну, наверное, многие из вас помнят идею конца истории, которую запустил Фукуяма. Но она мне никогда не казалась, так сказать, особенно глубокой и убедительной. Она мне сильно напоминала консервную банку, которую привязали к хвосту кошки и запустили ее где-нибудь в стойбище оленеводов. Но она получила очень большой резонанс, сама эта идея. Они говорили, очень много говорили, и ученые, и политики. Она стала достоянием СМИ. Это была чуть не основная идея, которая обсуждалась. Но мы сейчас знаем, что никакого конца истории не наступило. Более того, мы знаем, что выявились альтернативы, серьезные альтернативы. Альтернативы частно-предпринимательского капитализма, и здесь наиболее яркое воплощение Соединенных Штатов, и альтернативу капитализма государственного. Хотя, так сказать, часть, естественно, исследователей, и часть, так сказать, общественности, политики считают, что в Китае существует социализм. Ну, я думаю, что по вопросу о природе китайского строя он очень сложный. Я бы не стал сейчас в него углубляться, но, по крайней мере, в рамках того, что касается рыночных моделей, моделей функционирования рыночного хозяйства, да, четко обрисовались две альтернативы. Одна часть делает ставку на рынок, другая часть делает ставку на жесткое государственное регулирование. Ну и, наконец, последняя, седьмая линия противоречий, седьмая в порядке перечисления, но не по значению, это ценностная. Ценностный кризис. А для чего это нужно? Какой смысл всего этого экономического развития? Смысл заключается в том, чтобы постараться по историческим меркам в рекордные короткие сроки создать ограниченное число крупных состояний, выделить вот эту мировую элиту, скажем, общей численностью где-то в 2-3 миллиона человек. Или смысл все-таки в развитии человеческого сообщества в целом? Смысл в том, что в развитии человеческой личности, смысл в тех идеалах там, западной цивилизации, которые к нам пришли из античности, в гармоничном, полноценном человеке. Вот сейчас этот вопрос стоит и стоит очень остро. Ну, для того, чтобы оценить вот степень этого кризиса, степень или какие-то возможные переклички, есть ли у нас какие-то аналоги в прошлом? Да, несомненно, есть.
потому что мы знаем о том, что был глобальный, была блестящая цивилизация, европейская цивилизация 19 века. Она очень много дала миру. Она дала, ну, хотя бы в частности, более 8,5 тысяч научных изобретений и открытий. Люди в начале 20 века жили абсолютно в другом мире по сравнению с началом 19 века. Но мы знаем, что этот мир пришел к краху. Краху в результате Первой мировой войны. Но кризис этого глобального мира, он же начался до Первой мировой войны. Война в значительной степени, по-видимому, была выражением этого кризиса. Поскольку, когда об этом говорят историки, они на первый план выдвигают то, что мы называем межимпериалистическим соперничеством, соперничеством между глобальным гегемоном, Великобританией и поднимающимся региональной державой, а именно бисмарковской Германии. Но я думаю, что там, ну, мне кажется, что там были и другие, гораздо более глубокие причины. Потому что если мы попытаемся сейчас вернуться назад, начало 20 века, то на что можно, то на что, как мне кажется, нужно тогда было бы обратить внимание? На такие вещи, как, скажем, что первые 13 лет 20 века, с 1900 по 1913 год, мир пережил три кризиса перепроизводства. 1900-1903, 1906-1907, вот, и, соответственно, кризис 1910-1913 годов. Тогда, да и, собственно, сейчас, по-моему, специалисты по экономической истории склонны это трактовать, и у них есть серьезные аргументы, что да, но вот мировое хозяйство было ослаблено в результате затяжной депрессии мировой экономики с 1873 по 1895 год. Ну, я думаю, что да, это имело свое значение, но мне кажется, сказывалось и другое. Вступал в действие кризис модели расширенного производства, кризис модели капиталистического накопления в начале 20 века. И он был, в частности, связан с тем, что теряла свои позиции гегемон Великобритания. Она была экономическим гегемоном недолго, 30 лет, с 1845 по 1875 год. Поднимались и обгоняли ее соперники. На континенте это была Германия, за океаном это были Соединенные Штаты. Соответственно, державы, та же самая Великобритания, у которой раньше на знаменах был free trade, свобода торговли, все больше начинали вводить протекционистские барьеры, отгораживаться друг от друга. Тогда же стала подниматься антиимигрантская волна. Вот в ответ на этот массовый приток конца 19-го, начала 20 века, вот в частности в Соединенных Штатах она была видна очень отчетливо. Знаете, понаехали тут. Хотя Соединенные Штаты это ведь вообще страна иммигрантов. Там все понаехавшие, все приезжие, кроме коренного индейского населения, которое во многом было уничтожено. Так вот, эта волна, она стала там явной. Еще такой элемент – это успех левых. Успех левых в Германии и Франции. Успех рабочих партий. Скажем, в Германии на выборах Рейхстага 2012 года победу одерживает социал-демократия. Социал-демократы, они выдвигают свои требования. И в частности, они выдвигают требования ограничения императорской власти, требования создания кабинета, который будет ответственен перед парламентом Рейхстага. Во Франции в 2014 году побеждают социалисты в союзе с радикалами. И историки оценивают ситуацию во Франции начало, в летом 1914 года, перед началом войны, как ситуацию предреволюционную. То есть мне кажется, что достаточно много было и перекличек, и, собственно, Первая мировая война – это не только, так сказать, это похоронный колокол по глобализации 19 века, по первому версии глобального мира, но она во многом была порождена и кризисом глобализации. Следующий вопрос, и мой пятый тезис – а в чем, собственно, если мы попытаемся увидеть вот причину причин вот кризиса неолиберальной глобализации? Собственно, я начал отвечать на этот вопрос. Сейчас я это сформулирую более
сфокусированы. Мне кажется, если мы говорим о причине причин неолиберальной глобализации, то я бы сказал, что это кризис англосаксонской гегемонии. Причем гегемонию здесь я понимаю в грамшанском смысле. Антонио Грамши – это выдающийся итальянский марксист. Это был руководитель коммунистической партии Италии. Он был арестован, он был осужден фашистским трибуналом, получил 10-летний срок. В 1937 году, когда, собственно, этот срок подходил к концу, он умер. Он умер, не выходя из тюрьмы, в тюремной больнице, ну, в данном случае с издевательским названием, звучащим «Квеси Санна». А вот здесь-то выздоравливают. Вот. Но Грамши сформулировал, он, когда, будучи в тюрьме, он написал свои основные теоретические работы. И они вошли, естественно, в золотую сокровищницу марксистской мысли 20 века. В частности, они изданы на русском языке, три тома, так и называются «Тюремные тетради». Вот. В частности, он там сформулировал, как мне кажется, очень важное положение. Положение о гегемонии. Положение о том, что у господствующего класса тогда по-настоящему прочно его господство. Тогда оно опирается на надежный фундамент. Когда он применяет не силу, не откровенное насилие, а когда он действует силой убеждения, но это не просто слова, а это определенная политика, в результате которой получают плоды не только верхушка, не только сам господствующий класс, но и низы, не только управляющие, но и управляемые. Им тоже, так сказать, достается вот от этого пирога, и они в этих, так сказать, в этих условиях они принимают это господство. Вот, оно кажется им естественным. Почему я выделяю здесь именно англосаксонскую гегемонию, хотя, конечно, правильнее говорить о кризисе глобальной элиты, так сказать, знаменем которой стала неолиберальная глобализация. Дело в том, что ведь у англосаксов особое отношение к глобализации. Обе версии глобального мира, и ту, которую вот я называю либерально-колониальной, вот, и нынешнюю, которую бы я назвал либерально-демократической, это порождение англосаксонского мира. В первом случае гегемоном была Великобритания, во втором случае были Соединенные Штаты Америки. Вообще можно сказать, что история глобализации, а сейчас она, глобализация глобального мира, а сейчас она насчитывает где-то порядка 2 веков, так сказать, ну такая моя оценка, она это во многом, так сказать, история именно англосаксонской гегемонии. И вот эта англосаксонская гегемония вступила в кризис, причем по обеим линиям. Кризис и той модели экономического развития, неолиберальной модели, которая была предложена, и которая, как мне кажется, показала сейчас очень существенные изъяны. И кризис политической власти, поскольку за пределами, соответственно, за пределами вот этой власти, этой гегемонии, оказались очень мощные игроки, ну, я бы их назвал бы несистемными игроками. Они не антисистемные. Их усилия не направлены на разрушение. Им не нравится, понятно, не нравится та глобализация и тот глобальный мир, и та структура глобальной власти, которая была создана за последние 30 лет. Ну, здесь первым можно назвать и Китай. Вот. Здесь же, конечно, надо назвать и нашу страну. Но есть и другие страны, которые тоже не приняли этого, и которые, собственно, потенциал которых, скажем, ну, гораздо меньше, естественно, чем у этих двух держав. Здесь и Северная Корея, здесь и Иран, и, так сказать, здесь, естественно, и Куба, которая никогда после социалистической революции не принимала американскую гегемонию, даже, естественно, Латинской Америки. Поэтому глобализация, неолиберальная глобализация, как мне представляется, столкнулась с существенными проблемами, в состоянии кризиса. И вот у меня есть такое ощущение, что было ощущение какое-то в мире, что что-то неладно. Это показывают многие опросы общественного мнения, которые проводились, в частности, проводились в западных странах, что что-то идет в мире не так,
и в их странах, откуда, собственно, и Трамп, и Брексит, и правый, и левый популизм, и что-то идет не так и в мире в целом. Запад теряет свои, Запад теряет свои позиции. Ну, если, соответственно, глобальная элита, глобальный проект просели, то кто выдвигается здесь на первый план? На первый план, конечно, выдвигается второй главный герой, который присутствует, который пока находился в тени нашего разговора. Это национальные государства. Потому что успешно глобализация может развиваться только при двух условиях. Когда есть сильные национальные государства и когда есть сильная глобальная элита, которая продвигает этот глобализационный проект. Когда они приходят в какое-то противоречие, то это всегда знак беды. Но это выдвигается национальное государство, и сейчас действительно в центре внимания многих политологов, в частности, оказался такой вопрос, а как коронавирус влияет на судьбы национальных государств. И здесь наиболее распространенная точка зрения, и она имеет под собой основание, что наблюдаются тенденции развития авторитаризма, что те жесткие, иногда драконовские меры, которые принимают правительство, и которые часто и оправдываются, и оправданы особыми условиями пандемии, что вот они означают сдвиг, причем серьезный сдвиг в сторону того, что называется цифровое рабство, в сторону всестороннего контроля со стороны власти за поведением граждан, за поведением индивидов. Такого контроля, который и не снился предшественникам. Ну, в частности, я здесь хотел бы обратить внимание, любопытную статью недавно опубликовал Юваль Харари. Это профессор университета в Иерусалимском университете. Профессор в Иерусалимском университете. Вот. Он чем, собственно, для нас интересен? В 10-е годы, вот на протяжении этого десятилетия, с 11 по 18 год, он опубликовал три мировых бестселлера, посвященных проблемам мирового развития. А недавно он опубликовал статью в Financial Times, статью, как раз посвященную, где он проводит анализ того, а как этот кризис может повлиять, и он указывает прямую на эту опасность. В частности, он приводит такой любопытный пример. Он приводит пример своей собственной страны, государства Израиль, что Израиль в 1948 году, когда, так сказать, началась, когда Израиль объявил о своей государственности, и против него войной выступили 11 арабских государств, был принят свод чрезвычайных законов этими израильскими поселенцами, которые боролись против большой мощи арабских государств. Свод жесткий, там предусматривались серьезные меры, в частности, там была предусмотрена жестокая цензура печати, средств массовой информации. Там была предусмотрена возможность конфискации имущества, конфискации земли. Там предусматривались даже и такие вещи, которые сейчас могут показаться смешными. А как делать, как готовить пудинги? И, как отмечает Юваль Харари, да, Израиль выиграл. Мы знаем, Израиль выиграл войну за независимость. А потом он выиграл еще несколько войн. И сейчас, конечно, его положение неизмеримо сильнее и неизмеримо прочнее. Но он говорит о том, что эти чрезвычайные законы, вот то чрезвычайное законодательство, оно вот так в полном виде, так сказать, юридически формально, оно не было отменено. В частности, вот эти, сейчас нам кажутся смешными запреты, как готовить, и предписание, как готовить пудинг, их отменили в 2011 году. Он в связи с этим, так сказать, в связи с этим может и другое обстоятельство. Скажем, все-таки какая проблема была в фокусе, какая угроза мирового сообщества еще несколько лет назад? Мировой терроризм. После 11 сентября 2001 года, вот той трагедии, которая случилась в Соединенных Штатах, в фокусе оказался, соответственно, мировой терроризм, тем более после этого был еще целый ряд вылазок в Западной Европе мирового терроризма. Да он, собственно, проявил себя и в нашей стране. И в связи с этим, так сказать, и в Соединенных Штатах, и в европейских странах, естественно, расширяясь полномочия спецслужб. Но сейчас мы понимаем, что, конечно, эта угроза реальна, конечно, она значительна, конечно, так сказать, ни в коем случае нельзя закрывать на нее глаза. Но что в мире
существуют и могут существовать не менее серьезные угрозы. Мы это понимаем. Но полномочия-то они остались. Их, в общем-то, никто с тех пор особенно не увязал. Я думаю, что это вот серьезная вещь, хотя в то же время мне кажется, что вот идет борьба. Идет борьба авторитарных и демократических тенденций, и свои подачи, так сказать, свои козыри сдают и той, и другой стороне, сдает тот же самый коронавирус. Ну, в частности, вот приведу вам такой серьезный, а в то же время, может быть, забавный пример. Пример из наших дней, пример из другой страны, близкой мне страны, Италии, потому что эта страна, собственно, у меня была специализация по Италии еще на историческом факультете МГУ. Собственно, это страна моей юности, моей молодости. Моя первая книга посвящена Италии, и кандидатская диссертация была посвящена Италии. Так вот, в условиях коронавируса в Италии обнаружилась такая любопытная тенденция. Да, центральное правительство, конечно, принимало свои меры, но очень эффективным средством и орудием борьбы против, так сказать, коронавируса, в частности, в том, что заставляло соблюдать дисциплину, соблюдать режим карантина, а у итальянцев это не самая сильная сторона их национальной психологии, оказались мэры. Мэры, которые используют все средства. Они, значит, они, конечно, используют средства массовой информации, прямое обращение к населению. Выражения их не стеснялись. В ход шла и нецензурная брань. Они патрулировали улицы городов. Они могли вступать чуть ли не в кулачные бои с людьми, которые нарушали. И они добивались того, чтобы люди соблюдали карантин, поскольку они их убеждали, что речь может идти о жизни и смерти их родных и близких. Я думаю, что это указывает очень любопытную тенденцию, и она может быть очень широкой. А именно, вот в рамках государства может значительно сейчас вырасти значение местных и региональных органов власти, поскольку во многом на них, на их плечи ложится вся тяжесть борьбы. Центральное правительство дает направление, дает средства, дает общую рамку. А все это должно выполняться на местах. Так что здесь очень открывается очень интересное проблемное поле. Седьмое и последнее мой тезис. Это тезис о реальном и желаемом будущем. И здесь я этот тезис делю на две части. Что, как мне кажется, будет реально, и что мы все-таки желаем и к чему мы стремимся. Мне кажется, что реально, пока что реально у меня прогноз не слишком оптимистичен по этой части. Я думаю, что глобализация продолжится. Она продолжится более медленными темпами. Она продолжится с большей оглядкой на существующие государства, особенно наиболее крупные и сильные. А в социально-экономической области это продолжение будет пока что осуществляться на основе вот этой существующей неолиберальной модели развития, хотя, как мне кажется, в нее придется вносить более или менее существенные коррективы, постараться как-то избавиться от ее наиболее одиозных сторон. Почему мне этот сценарий представляется наиболее вероятным, почему мне кажется, что мы не проснемся в другом мире после коронавируса? Ну, я бы назвал бы здесь три причины. Ну, во-первых, это может прозвучать слегка кощунственно, вот, но думаю, что все-таки это так. Как исследователь, мы должны смотреть лицо правде в глаза. Я бы назвал это так: недостаточная сила шока. Ведь что похоронило тот глобальный мир? Глобальный мир 19-го, конца 19-го, начала 20 века. Первая мировая война, вот это страшное потрясение. И да, и нет. Да, она нанесла смертельный удар, но та модель мира, в частности, даже вроде бы со многом номинальной гегемонии Англии при поддержке Франции, она сохранялась. А вот для того, чтобы окончательно полностью похоронить ту модель мира, потребовалось еще и великий кризис, и Великая депрессия 30-х годов, и Вторая мировая война. А вот из Второй мировой войны как раз и вышли два новых глобальных проекта: капиталистические и социалистические, Соединенные Штаты и СССР, две сверхдержавы.
Поэтому мне кажется, что коронавирус при всей, так сказать, силе сейчас воздействия, в силе эмоционального воздействия, как мне представляется, это недостаточно сильный шок. Второе, это, конечно, все-таки не надо недооценивать мощь, укорененность традиционного сегмента глобальной элиты, и в частности его англосаксонского сегмента. Потому что если взять по целому ряду очень важных направлений, я бы здесь, пожалуй, выделил только один, это критически важные технологии, вот этот десяток. Все-таки здесь позиции этих государств, в первую очередь Соединенных Штатов, позиции их науки, университетов, технологических центров, ни в коем случае не надо недооценивать. Ну и еще один вопрос, аргумент, который, как мне кажется, что мы увидим скорее продолжение, это относительная слабость альтернативы. Да, вот сейчас такую реальную альтернативу представляет то, что можно назвать или государственный капитализм, или, если кому-то это нравится, какой-то кентавр капитализма и социализма, а именно Китай. Но мне кажется, что Китай при всей, так сказать, силе и напоре вот этой поднимающейся державы, это все-таки пока что не та альтернатива, которая способна привлечь поддержку и критического сегмента глобальной элиты, и большинства человечества. Это все-таки очень специфичная цивилизация, и ей трудно, так сказать, вот предложить вот тот образец для подражания, который бы оказал бы очень сильное привлекательное воздействие на мир. Если это так, то как в этих пределах, при этих заданных условиях будет эволюционировать миросистема? Ну, я дал свой ответ на вводной главе к учебнику для магистров в Московском государственном институте международных отношений, МГИМО, где я проработал профессором счастливых 16 лет. Вот получил там год назад любезное приглашение со стороны отличного историка, моего доброго знакомого Владимира Олеговича Печатного, написать эту главу, написал ее, она была напечатана. Вот. Мой ответ такой, что, конечно, можно, вот есть у нас такое представление, что мир движется от однополярного к многополярному миру. Возможно, это, в принципе, правильно. Я хочу подчеркнуть другое, что это очень сложное движение. И, как мне кажется, то, так сказать, вот та намечающаяся ближайшая станция, а она ближайшая только по порядку, это не завтра, так сказать, будет, это все-таки некий коктейль. Это мир, где будут сохраняться элементы однополярности, то есть будет сохраняться все-таки большой, превышающий другие центры силы, удельный вес Соединенных Штатов. Это мир, где будет определенная биполярность, то есть будет существовать вот эта тройка, Китай и то есть Соединенные Штаты и Китай, и будет существовать в своем роде многополярность, потому что будет важную роль играть региональные державы. Ну, чтобы не быть голословным, даже если вот взять Евразию, кто может, так сказать, вот быть, так сказать, войти в этот список многополярных держав, список региональных держав? Турция, Иран, Пакистан, естественно и безусловно, Индия, Индонезия. То есть это будет сложная миросистема, которая не укладывается в четко ограниченные рамки. Это то, что мне представляется реальным. А что же мы желаем? И что мы хотели? И что, как мне думается, было бы оптимально? Я думаю, что оптимально бы, я сказал бы, назвал бы здесь три условия для того, чтобы достичь вот этого желаемого состояния миросистемы и мировой власти и распределения мирового богатства. Три условия. Первое условие, я его называю исторический компромисс. Исторический компромисс частно-предпринимательской и государственной модели капитализма. Исторический компромисс относительно, подчеркиваю, относительно, относительно слабеющего гегемона и поднимающейся супердержавы, то есть Соединенных Штатов и Китая. Второе условие – это инклюзивность. Инклюзивность – слово, которое в данном случае означает
что никого не надо стараться оставлять за бортом. За бортом этого глобального сообщества. За бортом этого общего движения. Движения к лучшей жизни. Это и морально неприемлемо. Это и опасно. И третий, мне кажется, важный элемент – это социальная направленность. Что же это такое, вот этот желаемый образ будущего? Это что? Такой wishful thinking? Это вот то, что это такие маниловские мечтания? Это добрые пожелания, у которых нет никаких шансов на осуществление? Нет. Я думаю, что все-таки это реалистично. Это реалистично, хотя, конечно, практическое осуществление вот этого пути, этого стратегии развития, оно очень трудно. Почему, мне кажется, ну какие вот я мог бы привести доводы в поддержку того, что все-таки, мне кажется, это реалистично? Дело в том, что, по-моему, все-таки мы знаем, были исторические компромиссы, и они были очень значительны. Ну, скажем, я вот для себя привел бы такой пример, как 30-летняя война и Вестфальский мир. Мы знаем, 30-летняя война расколола Германию, мы это знаем из истории, мы это знаем из произведений искусства, мы скажем, из прекрасной пьесы Брехта «Мамаша Кураж», ее дети. Она расколола Германию на католическую и протестантскую. Но ведь это была общеевропейская война. Она же расколола Европу. Она же расколола Европу на католический юг и протестантский север. А закончилась она Вестфальским миром. Двумя мирными соглашениями. И основной смысл этих соглашений был, ну, чья земля, того и вера. Мне кажется, что это был огромный компромисс, потому что речь ведь шла, это же люди средневековья, это люди с религиозным сознанием, речь шла о том, что они должны были заключить компромисс не только в отношении их земного существования, но в отношении их загробной жизни, в отношении того потустороннего мира. Мне представляется, что это был очень тяжелый и серьезный шаг навстречу, но они пошли. Опять же, здесь, как мне представляется, очень важная проблема – это проблема Китая. Какую позицию мы сейчас займем в отношении Китая? Я не синолог, я не специалист по Китаю, мои знания о Китае очень ограничены, и я просто прошу прощения у синологов, которые занимались Китаем всю жизнь, а я знаю, что Китаем для того, чтобы им его понимать и знать, им надо заниматься всю жизнь, а желательно, чтобы заниматься им всю жизнь еще не в одном поколении, чтобы это была бы династия китаеведов. Вот я просто здесь выскажу свои дилетантские соображения. Мне кажется, что Китай обязательно надо знать и понимать и уважать его внутреннюю логику. Китай ведь пережил страшное потрясение. У Китая же есть травма. У него же есть рана, которая зарубцевалась, но которая никуда не ушла. У Китая было 100 лет национального унижения. С Первой опиумной войны, это 840-842 год, и до окончания гражданской войны, а это конец 49-го года. 100 лет, когда великая страна, древняя цивилизация, Срединная империя, мыслившая, ощущавшаяся центром мира, оказалась на положении полуколонии. Китайцы, естественно, это помнят. И, конечно, они никогда не допустят никакого повторения этого. Вот сейчас Китай – это подымающаяся супердержава. И в то же время, я думаю, что это молодая нация. Он только формируется. Потому что все-таки исторически был Северный и Южный Китай. А сейчас вот он сплачивается, и в Китае, конечно, очень силен национализм. Причем, сколь бы крепок, строг и жесток не был китайский режим, китайский национализм, низовой национализм – это та сила, с которой будет считаться любой китайский руководитель. И в то же время, вот, как мне представляется, очень важно сейчас Китай претендует на то место, которое поправили. Мне кажется, очень важно вот к этим претензиям отнестись с пониманием. С пониманием, так сказать, реагировать на претензии Китая в таком клубе
глобального управления. У меня нет ощущения, что на Западе есть это широкое понимание. В частности, вот я основываюсь здесь на своих встречах в рамках петербургского диалога. Ну, так получилось, что я оказался ветераном петербургского диалога. Регулярно встречаемся с нашими немецкими коллегами, немецкими политологи, политики. И меня, в частности, вот в последних встречах поразило, в общем, страх. Страх перед поднимающимся в Китае. Во многом, как мне кажется, иррациональный. Ну и мы пытались объяснить, что да, Китай проблема. Да, это серьезнейший вызов. Это вызов, брошенный всем нам. Да, это то, что требует очень больших усилий. Но не надо демонизировать Китай. Надо внимательно посмотреть на поведение Китая на международной арене, на то, как он действовал. И мы, в частности, можем обнаружить, что Китай тут действовал, часто действовал, очень конструктивно. Но, в частности, это не моя оценка. Скажем, возьмите действия Китая во время кризиса 2008-2009, финансовый экономист. Ведь он очень многое сделал для того, чтобы этот кризис не стал хуже, для того, чтобы мир не сорвался в что-то наподобие великого кризиса 1929-1933 годов. Причем он это сделал в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами. Китайские руководители, китайские люди, которые отвечают за экономическую политику Китая, они интенсивно взаимодействовали с Соединенными Штатами, и он себя здесь проявил очень конструктивно. Могу привести другой пример, даже гораздо ближе к нашему разговору. Это действия Китая во время лихорадки Эбола в 2014 году, которая свирепствовала в Западной Африке. Тогда тоже Китай действовал конструктивно и действовал в очень тесной связке Соединенных Штатов Америки. Там вообще было любопытно. Дело в том, что тогдашний президент Барак Обама, он пригласил в качестве своего представителя, поэтому на этом направлении он пригласил Кондолизу Райс, человека из другой партии. Обама, как мы знаем, демократ, она республиканка Кондолиза Райс, она была и советником национальной безопасности, она была и государственным секретарем. Вот. Он ее пригласил как своего представителя, и она ездила в Китай, и она разговаривала с китайцами, и она убеждала китайцев, что они должны были включиться. И она дала, у нее очень интересная оценка, она говорила, что, конечно, Китай не заинтересован, Китай не будет делать никому подарки. Но он и не ждет никакого подарков. Китай надо убедить, что это в его интересах. Она говорила о том, какие у него огромные интересы в Африке, вот, и что может означать такая эпидемия, если она вообще вырвется на глобальные просторы. И китайцы услышали это. И они действовали. И они действовали очень конструктивно. Ну, может быть, более близкий пример, и тоже имеющий прямое отношение к нашему разговору. Это Азиатский банк структурных инвестиций. Как вы знаете, лидер Китая, значит, председатель Си Цзиньпин, предложил в 2013 году. Соединенные Штаты встретили это предложение в штыки. А другие страны, в том числе и ближайшие союзники Соединенных Штатов, они отнеслись к нему внимательно. И они приняли участие в этом банке. И они стали его учредителями. И они не выдвигают обвинения в адрес Китая в этом Азиатском банке. Они не говорят, что Китай тянет что Китай там тянет одеяло на себя. Конечно, понятно, что Китай вот таких экономических переговорах, он не подарок. Это трудный переговорщик, это сложный партнер, но легких партнеров на этом уровне не бывает. Вот. И перед ним ставят реальные вопросы. Вопросы о допуске на внутренний рынок, вопросы о защите интеллектуальной собственности, вопросы о манипулировании валютным курсом. Но вот эти реальные вопросы надо ставить. Но в то же время надо признавать вот эту растущую роль Китая и максимально, так сказать, ее направлять в конструктивное русло. Китай партнер нелегкий, но Китай может быть партнером. И вот даже Кондолиза Райс подчеркивала, что самое трудное от китайца получить обещание, обязательство. Но если вы этого получили, они его выполняют. Это очень важно. Ну и третий элемент, о котором я говорил, напомню, речь шла о том, чтобы все-таки постараться придать
значит, развитию, социально-экономическому развитию, социально-экономическому развитию, социальной направленности. Развернуть ее не только в интересах небольшой группы, относительно небольшой группы, глобальной элиты, развернуть ее в сторону большей части живущих на Земле. Вот здесь какой может быть ответ? Здесь вообще-то ведь нет у нас каких-то институтов, которые вот это, естественно, слабость нынешнего состояния глобализации, хотя в отличие от глобализации начала 20 века у нас создан целый ряд глобальных институтов, и они работают, я думаю, они работают неплохо, но здесь у нас, так сказать, нам трудно опереться на что-то на глобальном уровне. Как мне представляется, здесь тогда надо работать над связкой. Существующие институты, а они есть, это Международный валютный фонд, это Всемирный банк, это Всемирная торговая организация, они должны здесь работать в тесной увязке с национальными правительствами. Разворачивать их в сторону того, что называется социальной направленностью экономики. То, что делают скандинавы, то, что стали делать немцы после Второй мировой войны, вот, социально ориентированное рыночное хозяйство. Могут сказать, что как вот, они же выполняли другую роль. Выполняли. И выполняли довольно успешно. Они проводили неолиберальную глобализацию на рубеже 80-х и 90-х. Но если, так сказать, будет меняться природа этих институтов, она может меняться. Она может меняться под напором поднимающихся новых сил. Я думаю, что они могут, так сказать, и их роль в развитии глобализации в мире тоже может поменять свой знак. Да, повторяю, что не строю никаких иллюзий. Пока что даю не очень, так сказать, на это даю немного. Пока что реалистичный сценарий мне представляется как продолжение того же с определенными коррективами. Но, тем не менее, я бы не стал его списывать со счетов. Все. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Борисович, за ваш такой масштабный взгляд на происходящие события. Вот, вы знаете, я хотел бы задать вам вот какой вопрос, который меня как экономиста очень волнует. Мы очень часто говорим о процессе глобализации, не давая достаточно ясного определения этому процессу. Какие критерии глобализационного процесса, имея в виду, что с давних времен, ну, в экономической, во всяком случае, теории, да, и, по-моему, в мировой обществоведческой мысли тоже, существует и другое определение для процесса усиления взаимосвязи между государствами, расширение этих взаимосвязей, как интернационализация производства. Есть ли какое-то качественное различие между этими процессами, или это просто проблема выбора терминологии? Вы знаете, ну, мы здесь находимся в неравном положении, поскольку вы один из наших ведущих экономистов, а я даже себя не могу считать экономистам-любителям. Мне, во-первых, представляется, что здесь важна степень развития этого процесса. Вот. Но в частности, все-таки, когда создается, она сейчас есть, глобальная финансовая система, так сказать, в которую стянут весь мир, когда создаются глобальные производственные цепочки, они все-таки получили очень бурное развитие. Сейчас, конечно, они будут там укорачиваться, там на первый план, наверное, будут выходить региональное, я имею в виду макрорегиональное развитие, макрорегионализма, глобализация вот в этих пределах. Но, тем не менее, полагаю, что они сохранятся. Они сохранятся, поскольку за ними существуют, они экономически выгодны. Когда была создана определенная политическая система, потому что ведь мир недаром называли однополярным. Ведь кроме экономической есть и политическая составляющая. И, скажем, например, в 90-е годы коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами
играл огромную роль в мире. Но практически, собственно, они заказывали музыку, и остальные, так сказать, ну, это, так сказать, принимали, но с той или иной степенью внутреннего одобрения. Еще у меня, как мне представляется, очень важный элемент, в отличие от экономики, все-таки глобализация в сфере культуры. Все-таки здесь большую роль играет и музыка, и кинематограф, и туризм, и, если хотите, даже кухня, так сказать. То есть вот процессы, которые при всем сохранении национальных различий, они очень глубокие, и они сохраняются, и это хорошо, и глобализация должна иметь очень много. Но тем не менее, все-таки мир все больше воспринимается как некая, как какая-то общность. Но плюс еще я выделил такой момент: понимание связанности наших судеб, понимание того, что в сущности порой даже от поведения одного человека может зависеть судьбы миллионов, если вообще не судьбы мира. Вот, поэтому, как мне представляется, конечно, вот экономическое, то, что вы назвали интернационализацией, это в любом случае это стержень, это хребет. Но здесь еще образуется многое другое и в сфере политики, и в сфере культуры, и в сфере психологии. Спасибо большое. Ну, мне кажется, время наше подходит к концу, но я не могу не передать вам вопрос от Ирины, которая, видимо, в том числе и под влиянием ваших рассуждений в отношении роли рынка, роли государства в особенности, она решила уточнить вашу точку зрения по этому поводу, я бы сказал, заземлив этот вопрос максимально. Как вы думаете, должно ли государство напрямую поддерживать малый бизнес и население? Вот вопрос Ирины. Ну, опять же, у меня ответ не экономист. Тут у меня нет никакого вопроса. Безусловно. Безусловно, потому что основа, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, основа экономики – это все-таки население. Это его благополучие. Вот. Люди хотят жить, люди хотят жить хорошо, люди хотят жить лучше, люди хотят, чтобы каждое поколение жило лучше, чем предыдущее. И, как мне представляется, это в фокусе. А малый бизнес – это очень важное и очень перспективное выражение вот этой тяги. То есть люди, которые сами делают что-то, пусть в скромных пределах, но, так сказать, делают, создают рабочие места, вот, выдерживают конкуренцию больших, выдерживают иногда и жесткий прессинг со стороны государства. Но эти, конечно, эти люди тоже настоящие герои. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Борисович. Я просто думаю, мы должны уже заканчивать, исходя из полутора часов, которые выделяются на такого рода встречи. Мне кажется, у нас есть, у всех слушателей, у меня точно, есть все основания поблагодарить вас за такую очень тщательно выстроенную, очень логичную картину мирового развития на протяжении, в сущности, ну, вы так временами выходили на уровень нескольких веков, вот, но в особенности, конечно, отталкиваясь от того, что происходило и в начале прошлого века, и в этом веке главное, и ваши взгляды в отношении возможной траектории движения будущего и человеческой цивилизации, и экономических, культурных, политических взаимосвязи. Это было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, Александр Меч, и спасибо, уважаемые слушатели.